Катя, просыпайся, тебе в садик пора собираться. Что? Уже утро? Мамочка, а можно я не пойду в садик? Нет, ты что, забыла? У тебя сегодня важный день. Ты в первый раз идешь в новую группу. Но я боюсь идти в новую группу. Я же там никого не знаю. А ты познакомишься. Давай, поторапливайся. Раз мама сказала, то нужно собираться. Но если я никому не понравлюсь в новой группе, что если все скажут, что у меня странная прическа? Или вообще скажут, что я плохая? Катя, мы опаздываем. Иду, иду, мамочка. Светка, догоняй меня. От меня не уйдешь. Не догонишь, не поймаешь. Все дети так дружно играют, а со мной никто не хочет играть. Меня как будто никто не замечает. Эх, как бы я хотела, чтобы у меня тоже были друзья. Это и есть моя новая группа. Да, Катя, и по-моему, здесь просто замечательно. Мамочка, но я не хочу здесь оставаться. Забери меня. Доченька, мне же на работу нужно. Иди быстрее познакомься с ребятами, и тебе сразу станет веселее. Ну все, приду за тобой в 6. Не буду я ни с кем знакомиться. Посижу здесь на стульчике. Может, меня никто и не заметит. Ой, кажется, к нам новая девочка пришла. Может, она захочет со мной дружить? Привет, я так понимаю, ты новенькая? Давай познакомимся. Да, я новенькая, но я ни с кем не буду знакомиться. Никто не хочет со мной даже поговорить. Наверное, со мной что-то не так. Почему ты так решила? Потому что никто со мной не играет, а ты даже познакомиться не хочешь. Да я просто стесняюсь, я же в первый раз в вашей группе. А зовут меня Катя, а меня Алиса. Пойдем, я тебе здесь все покажу. Вот, посмотри, сколько у нас игрушек. Ты можешь брать, какие захочешь, и играть. У вас действительно очень много игрушек. И еще у вас очень красиво и уютно. Попробуй догони меня. И еще весело тут у вас. Это ребята с нашей группы. Они очень веселые, но совсем меня не замечают. У всех есть друзья, а у меня нету. У меня тоже нету. Если хочешь, давай будем с тобой дружить. О, это было бы так здорово! Светка, ты видела? К нам тут новенькая пришла. Да, у нее такой прикольный цвет волос. Ага, а еще футболка такая классная. А пойдем познакомимся с ней. Да, пойдем. Привет, новенькая. Меня зовут Макс, а меня Светка. А ты кто? А я Катя. Очень приятно познакомиться. Ха, какая ты смешная. А пошли с нами играть. Я бы с удовольствием поиграла с вами, но я уже играю с Алисой. Так Алиса, если хочет, пусть тоже идет с нами играть. А что, мне тоже можно? Ну а что ж нельзя, вместе веселее будет. Пойдемте, девчонки. Да, пойдемте. А мне уже нравится ваша группа. Не могу поверить, сколько друзей у меня сегодня появилось. Ребята, ставьте лайк, если считаете, что с друзьями всегда весело и интересно, а без друзей скучно. А еще, если у вас есть друзья, то поделитесь с ними этим видео и подписывайтесь на канал «Веселые игрушки».